Лабинской межрайонной прокуратурой при осуществлении надзорной деятельности выявлен факт совершения инспектором ГИБДД служебного подлога. В ходе проверки установлено, что инспектор при исполнении своих служебных обязанностей, используя сведения из автоматизированной базы данных ГИБДД края, составил заведомо подложный документ, а именно протокол о привлечении к административной ответственности местного жителя Лабинского района по статье 12.5 КОАП РФ, который в последующем сам рассмотрел и назначил административное наказание в виде штрафа, в связи с чем были нарушены конституционные права гражданина на привлечение к административной ответственности в связи с тем, что его вина не была установлена. Указанные обстоятельства послужили основанием для направления материалов проверки в Следственный комитет по Лабинскому району, по результатам рассмотрения которого в настоящее время в отношении инспектора возбуждено уголовное дело по факту совершения служебного подлога. Ход и результаты расследования находятся на контроле Лабинской межрайонной прокуратуры.